Всем привет! С вами Ханна и Грейс. Ханна Грейс. И сегодня мы расскажем топ 10. Ну, вы понимаете. Топ 5 учеников. И, во-первых, извините, мы не успели сделать школу. А в-третьих, мы просто будем показывать детей характеры. И не надо писать в комментах, почему вы сразу не сделали декорации, бла-бла-бла. Ханна. И не надо писать в комментах, почему у вас тупизм такой, почему у вас характеров нормальных нет. Мы просто решили сделать характеры учеников. Да, просто обычных детей, не учеников. Не учеников. Да, просто детей, которые ходят, показывают характеры. И мы сейчас покажем. Топ 10 обычных людишек. Первый топ. Красивая. Знаешь, деточка, я красивая. Шмоточки, поточки. Я самая красивая в мире. Вы знаете, я красивее вас! Чё? Второй топ. Попрошайка. Это туалет. Что? Дашь мне, пожалуйста, расческу? Нет. Ладно, валяй. Флати. Да. Можно, пожалуйста, чай? Подавись со своим чаем. Третий топ. Ботаник. Или же просто пони, которая самая умная. Бла-бла-бла. Блин, а надо книжку почитать. Сейчас почитаю. Угу. Явление, точка зрения. Чё ты так много... Это, бесишься. А может, хватит быть остроумной? Я читаю вообще-то. Сразу видно. Ботанка. Четвертый тур. Это Соня. То есть... Пони, которые засынают каждый день, даже на уроках. Пятый тур. Пятый тур. Хани! Давайте я скажу. Хорошо, Хани? Да. Просто она не знает, что говорит. Извините. Не пишите в комментах то, что... Бла-б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 ла. Пятый тур. Можно выйти. Можно.
Можно, пожалуйста, выйти? Нет. Можно? Нет. Можно выйти? Выходи. Теперь переступи. И через машину пройди. Я свобода! Ой. Попугаем. Шестой тур. Это девиз.